заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Господь говорил: «Я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были». И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб были все вместе мы с Господом в небе потом. Он нашу природу уже на земле возродил, и времени много нам дал, уделил для раздумий, чтоб каждый мог понять, чтоб каждый мог крепко подумать, что в вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходил. Если нам трудно ужиться здесь с ним на земле, и кажется нам, что служение его безуспешно, боюсь, что нам будет с ним тесно, боюсь, что нога наша не на Христовой скале. Так труден наш путь. Нас друг другу Христос поручил, чтоб брату мог брат помогать к светлой цели добраться, чтоб слабому сильный помог при падении подняться, чтоб руку свою подложил. Хрупка наша жизнь. Может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных, желанных. Что, если брат учинил ты здесь зло постоянно? Что, если его там в объятиях Иисуса найдешь? Господь говорит: «Я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были». И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб были все вместе мы с Господом в небе потом. Аминь.